Шамши Калдаяков – казахский композитор, народный артист Казахстана, король казахского вальса. 15 августа исполнилось 93 года со дня его рождения. В честь знаменательной даты Управлением культуры был организован городской конкурс певцов «Шамши». На конкурс поступило около 30 заявок от кандидатов в возрасте от 14 до 16 лет, от 17 до 35 лет и старше 35 лет. В итоге были выбраны лучшие 19 певцов. Они показывали свои таланты в течение 3 дней. 15 августа состоялась церемония награждения по 20 номинациям. В конкурсе приняли участие талантливые юноши и девушки с 14 лет, которые прошли два отборочных этапа. Сегодня жюри конкурса выбрали самых талантливых из них и пожелали им успеха в дальнейших достижениях. Шамши Калдаяков – наша большая национальная гордость. Он, его творчество – это наши вечные ценности, которыми мы вправе гордиться, которые должны беречь и сохранять. Такие мероприятия помогают еще больше узнавать наших народных артистов. Поздравляю всех победителей. Пусть в ваших сердцах всегда будут звучать песни Шамши. По условиям конкурса участник должен был исполнить одну песню Шамши Калдаякова и одну песню казахских композиторов. Победителям были вручены денежные призы и специальные дипломы. Айжан Арапова, Алмаз Занабекулы, новости.